10-я олимпиада школьников союзной державы России и Беларусь, историчная духовная супольность, подходит до своего завершения. Для удельников олимпиады это не только интеллектуальное споборництво, а еще и новые знакомства и уражения. Организаторы юбилейной олимпиады сделали все возможное, чтобы вспоминания про эту подею у школьников и их педагогов остались надолго. Насыщенная культурная программа тому свидетельство. Каждая из 34 команд удельниц из 23 регионов Российской Федерации из всех районов Беларуси мела возможность познакомиться с главными славутостями Гомеля. Сярод пунктов экскурсийного маршруту – областный музей военной славы и Гомельский палацово-парковый ансамбль. А напередодні удельников олимпиады запросили на урочистый баль «Союз сердцев, союз держав», який отбылся у колонной зале палаца Румянцевых и Паскевишев. Гости перенеслись в 18-е стагодзе у эпоху графа Румянцева. Чаровная атмосфера, историчные костюмы и то, без чего не обходится ни один баль – танцы. Полонез, берлинская полька, вальс и соправдный марш. Кульминацией вечера стал символичный запуск шаров в гонор юбилею олимпиады.